Наверняка еще можно всех спасти. Я найду их, а ты готовь корабль. Тогда я пойду на берег, убью врагов, захвачу наш дракар и подниму парус. Что скажешь? Наверняка еще можно всех спасти. Я найду их, а ты готовь корабль. Тогда я пойду на берег, убью врагов, захвачу наш дракар и подниму парус. Что скажешь? Довольно, прошу. Мне хватит и того, что едят треллы. Позволь мне порадовать тебя. Я привез дары из далеких земель. И после этих двух зим мне есть что рассказать. Набег прошел не слишком гладко? О, после стольких лет. Отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Как свиньи рыдали, когда пришлось бежать. Продолжишь дерзить, и я отрежу твой мерзкий язык и засуну тебе в зад. Прочь отсюда. Мы тебе заплатили. И не заплатим больше лишь потому, что ты знаешь, сколько у нас серебра. Сможем пленить его. Коронуем другого. Тена Кёлвульфа, например. По крайней мере, мы хоть понимаем друг друга. Да, захватим. И все на этом. Бургред должен остаться цел. От этого зависит, признают меня королем или нет. Если хочешь встретиться с ним наедине, могу научить одной уловке. Плащ послужит тебе покровом. Смешайся с толпой. Стань незаметным. Прячься на виду. Но Уэссекс достаточно близко, чтобы слышать хвалы с рассвета до заката. Я не уйду, пока здесь слышен ваш языческий вой. Прошу, никаких секретов. Ничего, отдохну пока. Да, кажется, поток стабилен. Еще один спутник вырубился. Видел? Да, какая-то пирова победа. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть мутная водичка с травой. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный.